Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале «Вариант», в студии Анна Морозова. Сотрудники конной полиции арестовали парочку, которая планировала сбыть во Владимире крупную партию наркотиков бесконтактным способом. 23-летнего молодого человека с 24-летней подругой задержали на территории одного из садовых товариществ. У задержанных при себе было несколько пакетиков с порошкообразным веществом. Наркосбытчики, жители Московской области, по их месту жительства оперативники изъяли более 500 граммов запрещенных веществ – амфетамин, мифедрон, гашиш. В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона. Подозреваемые находятся под арестом.